сарай, старый город. GPS не включается, потерялся полностью. Но слава богу, не вышел раньше, потому что пришлось бы идти довольно-таки далеко. Сейчас посмотрим, сколько придется идти по каньону еще, потому что здесь все красиво, все классно, но надо знать, куда идти. Оказывается, не все так просто. На джипах возят по той причине, что нужно будет пройтись. Это не все в куче, не все сразу на месте. Нужно топать. Монастырская стена тянется к скале. Замурованные кельи в скалах. Тоже пещера была. Пойдем. А то вы пойдете вниз, а вверх или наоборот. Далее вот было. Вика, там видишь, здесь еще у нас источник со святой водицей. Здесь принцип понятно, зачем это пристегнуто цепями. Обычно я путешествую по тем местам, где люди не ходят, но в Свято-Успенском монастыре это невозможно, поскольку это туристический объект, больше можно сказать, который посещаемый круглогодично, и чтобы здесь не было экскурсий, не было паломников, не было людей, это невероятно. Вот. Но тем не менее можно застать и в летнее время моменты, когда экскурсионные группы проходят, и можно ознакомиться в спокойной обстановке с этим храмом, с монастырем и достопримечательностями, которые находятся рядом. Это вот стена с фресками разных монастырей, в которых находится, где-то находится, где-то не находится. Есть туристы, которые делают вот так вот. Много раз видел этого ангела, барельеф, вот так вот, нежданно-негаданно попал сюда, в этот монастырь. Вот этот ангел, красота неописуемая. Красота неописуемая.
состояние души меняется сразу. Чуфут-Кале, древний пещерный город. Посмотрим, что там, как там обстоят дела.